Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 103. А в этом необычном уроке речь пойдет о интересном модуле «Ипотечный калькулятор». Этот модуль подойдет только для таких сайтов, которые как-то связаны с ипотекой. То есть человек прямо на сайте сможет рассчитать свой ипотечный кредит. Модуль прост, то есть, например, можно написать сумму. Кстати, можно выбрать разную валюту. Я поставил рубли. В следующем поле мы можем выбрать регулярность, например, полугодовая, годовой процент, и нажать на кнопку «Вычислить». У нас в красивой графе указаны различные параметры, которые мы задали в самом калькуляторе, и у нас присутствуют ниже различные красивые графики. Платеж за период, удорожание кредитной услуги, сумма выплат. Данная версия модуля бесплатная, есть и платная. У бесплатной версии есть недостаток. Здесь есть внизу ссылочка, которая будет присутствовать внизу модуля. Если, конечно, вы немножко разбираетесь в коде, можете поискать и убрать эту ссылку. Или же вот сайт разработчика. Он стоит недорого. $11. И вот за $15 есть. Там включена поддержка и какие-то дополнительные графики. Ну и, соответственно, внешней ссылки нету. Данный модуль вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео в описании. Устанавливается модуль как обычно. Находим его в менеджер модулей. Переходим в расширение менеджер модулей. Я уже его установил. Находим его здесь. У него такое длинное название. Заходим внутрь. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Опубликуем. Заголовок я скрыл. Позицию выбрал баннер своего шаблона. Настроек здесь немного. Здесь выбираем привязку на странице, как обычно. Все остальные настройки у нас по умолчанию. Здесь у вас будет написано по-английски. Я перевел. Можете написать что-то свое. И цвет. Смотрите, вот цвет шапки. Вот этих вот элементов. Менять можно здесь color header. То есть просто берете какую-то программу по выбору цвета. Код цвета берем. И просто решетку оставляем обязательно. Меняем цвет на свой. И цвет текста в этой полоске хедера. Белый. То есть у нас белые буквы здесь. Видно, да? То есть меняем здесь дизайн. И, соответственно, здесь будет стоять евро. Я поставил рубль. Ну, альтернативный макет. Здесь у нас только дефолт, больше ничего нет. Сохраняемся, и у нас получается вот такой вот калькулятор. На этом здесь все. Если для вас урок был полезным, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все, и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse, или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.